У нас такой вот эпитайзер или просто закусочка, или можно это просто съесть как салат, допустим. Но это получается очень вкусно, очень свежо и очень красиво, согласитесь. Можно сложить это все на отдельные ложечки китайские и получить такой эпитайзер для ваших друзей, если кто-то приходит в гости. Положить сначала салатный листик, потом положить салатный перчик, добавить кукурузу. И сыр с халапеньо. Сыр очень острый, потому что халапеньо — это испанский острый перец. Получается по чуть-чуть сыра, и это добавляет какую-то пикантность. Вкусняшка. Попробуйте, вам понравится. И главное, что это очень полезно и очень свежо. Это салатный перец. Кукуруза у меня консервированная, потому что зима сейчас. И листья салата летис. Когда будет свежая кукуруза, я сделаю со свежей кукурузой. А пока это здорово, полезно и очень-очень свежо. И смотрится неплохо. Попробуйте, вам понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Получайте новые свежие рецепты.